сердце песню просит, чтобы вместе с ней смог я обойти просторы родины моей. Нет конца у этой песни, потому что в ней все слова идут от сердца о земле моей. Шапка белоснежный порыв неба взметнулись гордо, солнце дарит молодость садам. Солнце светлая леди детства, влюблен навеки я в твою весну Азербайджан. На самом деле друзья, потому что сюда не друзья не ходят, не приплывают, не летают. И вообще они здесь не ходят. Сюда приходят только друзьям своим. Спасибо вам большое, что вы вспоминаете этот день. Я знаю, что вы еще иногда приходите сюда и вас приходят. Но сегодня не будем омрачать этот день. Мы сегодня вместе с президентом Рустама, мы открыли замечательный памятник Приморского Кубана. Великий был человек, наша гордость. Гордость Азербайджана. А каким он был, вот, ну так скажем, когда вы встречали его, не на сцене? Он был обаятельный человек, общительный, интеллигентный. Ну, таких людей, говорю так, очень редко встретишь. Мало таких людей. Он был великий человек. Мало того, как певец, он и как человек был замечательный. Аллах рахмет эйлесин бизим муслимимизе. Мы его помним, будем помнить. Я этого великого певца знал, когда я учился в Москве в литературном институте имени Максима Горького. Я тогда знал Муслима, и мы общались. Когда я в Баку ездил, вернулся, он кое-что спросил в Баку, как там. Конечно, у него тесный связь был в Баку, а все-таки он хотел от меня тоже кое-что слышать. Мюслим Магомаев – бренд Азербайджана. Его земной шар знает, как великий певца. Его голос, хрустальный голос его. Я постарался этим книге, я постарался немножко открывать некоторые тайны его голоса. Он общительный человек был, он не сегодняшний певец. Его все мир, Азербайджан всегда буду вспомнить. Я каждый год прихожу и ставлю «Три розы». Я очень люблю эту песню в его исполнении «Три розы». И ставлю ему «Три розы» и даже в день смерти, и в день рождения, поскольку я до сих пор отношусь к нему как к живому. Другие цветы, которые я сегодня принесла, это его поклонники из Москвы и Санкт-Петербурга. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. Я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую.
Вы знали, значит, Муслима Магомедовича с самого раннего детства. Вот каким вы его вспоминаете, именно вот в детский ваш период? Очень теплым, очень внимательным, с очень красивым голосом. Но для меня он был первый, наверное, 20 лет моей жизни, даже, может, 25, дядя Муслим. Потом я уже стал называть Муслим Магомедович. Но все равно, как бы, поскольку вот детские воспоминания, они как бы вот так нахлынывают, я чувствую, что он все равно для меня дядя Муслим. То есть такой очень родной, очень близкий человек. Ну вот вы видите ли его во сне, может быть? Приходит он все-таки к вам во сне? Вы же все-таки были близкими людьми. Вы имеете в виду, приходит как? Во сне. Во сне. Ну, я сейчас так не вспомню, я думаю, что да. Но о последние годы его жизни мы очень много говорили о музыке, мы музицировали. То есть те, кто говорят, что меня учил чему-то, наверное, сознательно нет, но на подсознательном уровне я всегда хотел учиться у него, смотреть, слушать, изучать, как он спел ту или иную песню и в чем вот эта высота полета, да, в чем фишка, в чем секрет. И стало понятно, что это, конечно, невероятное мастерство, это невероятный талант, и вот когда мастерство приумножается природным талантом, получаются вот такие артисты, как Муслим Магомаев, а их за последние, там, я не знаю, 100 лет было, может быть, трое или пятеро по всему миру. То есть это единичный случай, очень приятно и очень здорово, что вот он азербайджанец, что он так всегда это везде подчеркивал, он всегда говорил, что я был в разных городах, красивых, больших, но Баку все равно самый красивый. Баку для меня родной. Азербайджан – это моя мать, которая меня выкормила, как он говорил. И это очень, очень ценно. Что единственное хочу, если он этого еще не увидел и не услышал, хочу сказать, что его очень помнят, очень любят и очень чтут в его родном, замечательном Азербайджане.